Вспыхнуло, как спичка. Поверхность уцелевших корпусов лагеря «Виктория» загорается за доли секунды. Это стало ясно в ходе эксперимента «Думской ТВ». Помог нам в этом гражданский активист Владислав Болинский. По его словам, в трагедии виновны прежде всего те, кто принимал объект в эксплуатацию. Общественник утверждает, в детском лагере серьезно нарушены строительные нормы. В частности, отсутствуют пути подъезда пожарной техники. Более того, деревянные спальные корпуса оказались пропитанными горючей смесью. Не менее пожароопасным был и утеплительный материал, обнаруженный между бревнами. Анонсировалось, выдавалось как антигорючая пропитка. Этим пропитано здание и снаружи, и изнутри. Это антигорючий получается у нас. По какой-то причине нарушена технология пропитки составами и так далее. И более того, уже в последующем, когда мы начали тоже делать эксперименты, брать соскобы и так далее, очевидно, что верхнее покрытие этого материала и внутренней части, и наружной, оно покрыто горючими составами. В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать спасатели. Они просеивают золу и пепел в поисках останков жертв трагедии.